Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, ну что, сегодня мы, наверное, прапаемся, судя по всему. Это раз, а во-вторых, что-нибудь новенькое да построим. Так, у нас новое задание, друзья, испытание дня. Сделай несколько мастерских заходов. Перелови всех зомби, чтобы пройти испытание. Нужно сделать мастерские заходы. 4 всего лишь. Окей, я с удовольствием, ребят, принимаю этот вызов. Нам нужно еще с тобой продать 200, сколько это получается, 68, да, 268 коктейлей. Но для того, чтобы нам это начать делать, нам нужно, пожалуй, ага, все-таки, слушай, а у нас есть охота на зомби. Верно же? Но давай сначала все по порядку, ребят. Пойду я, наверное, сбегаю. Что это такое тут наверху? Какая-то реклама опять появилась. Что за бредятина, ребят? Так, ну что? Многие меня спрашивают, ребят, а почему ты не используешь сетемет и транквилизатора? Друзья мои, я отвечаю. В данный момент я просто не вижу в этом никакой надобности. Меня вполне устраивает гарпун. Так что, извините, ребята, если кого-то это не устраивает. Мне лично очень даже нравится. Так-с, слушай-ка, а что если мы сделаем... Подожди, я сейчас гляну, что у нас тут. В принципе, тишь да благодать. А ну-ка, кто у нас тут ныкается? Покажись. Опа. Нормально. Слушай, этот, интересно, убежит или нет от меня? Эть, хорошо, что у меня веревка длинная, никуда он не убежал. Ты не забывай, что нам нужно сделать 4 мастерских захода. Так, я, наверное, буду их ловить здесь. Почему постоянно вот этот карга достается мне? А? Терпеть ее не могу. Ой, да, прикинь, я его поймал, когда гарпун... рикошетил обратно. Я не думал, что так можно сделать. Ну что, друзья мои, ну я могу, в принципе, зарядить. Скажи-ка мне на милость, с какого перепуга здесь начала появляться реклама без моего ведома? Зашибись. Так, ну что, закачку делаем. Сюда тоже. Пока больше я ничего не могу, ребят, предложить. 8 тысяч нужно на апгрейд. Здесь нужно 9 тысяч на апгрейд. Так, ну что, где у нас там зомби? Так, здесь будет 7 минут искаться. О! Так, а это что такое у нас? Блин, нужно выманивать. Я не хочу, ребят, выманивать. Я хочу просто-напросто пойти и половить. Ну ладно, уговорил. Хорошо, давай сетимет попробуем. Давай сетимет. Смотри, какой жук, а? Оп! Готов, хлопчик. Оп, еще один. Замечательно. Ну что, все? Надеюсь, ты доволен. Так, а здесь мы сделаем вот таким вот образом. Синька. Надо же, он мне дал гаечку. Бэмс. Так, ну что, ребят, последний зомби, и у нас будет идеальная поимка. Идеально. А, кстати, ты заметил, что у нас... Почему-то здесь нету ни змей, ни летучих мышей. Очень странно. Ну что, еще 7 значков, друзья, и новый титул у нас в кармане. Так, ну что. И опять была реклама. Что за чушь, а? Так, что у нас тут есть? Это не годится. Так, зарядили. И здесь зарядили. Я говорю, ребят, что-то ненормально произошло. Активировалась с какого-то перепуга здесь реклама.
Зомби обнаружены. Да, я, пожалуй... Да, я, пожалуй, пойду ловить. Так, убираем сетемет. И давай-ка мы посмотрим, кто у нас тут прятался. Ну и куда ты собрался, парень? Хлопчик. Бежит, наяривает. Пятки по сторонам разбросал, как говорится, и бежит. Синька зло. Синька чмо. Так, его поймали. Черт. Блин, ребята, лишь бы не кашлянуть. Такая адская боль. А мне хочется. Адская боль именно со стороны почек при кашле. Очень интересно. Так, ну что, ребята, 3 мастерских захода мы с вами сделали. Угу. Вот, наверное, за чего, ребята. Я, наверное, сюда кликаю, и у нас удваиваются зомби. Ну, хорошо. Так, совсем мне это не нравится. Короче, я, ребята, выключил VPN. Может быть, не будет больше из-за этого показываться всякая реклама и прочая чушь. Так, что нам надо? Так, запускаем здесь, запускаем здесь. Нам чуть-чуть еще надо, чтобы, друзья, мы левел-ап получили. Это будет у нас 21 уровень. Так, давай глянем сюда. Угу. Давай-ка мы, наверное, с тобой сходим на суперзадание. В лагуну. Так, меняй. И взлетай. Подожди, а что тут? А, тут вон как. Секунду. Что-то я не понял, почему мозги-то уже валяются здесь? Кто разбросал мозги? Фига себе. Вот это акула. Ребят, что я чушь несу? А нет, все-таки здесь мозги лежали. Нет, все нормально, никакая это не чушь. Так, ну сначала, наверное, мы... Да твою-то налево. Давай, иди сюда, я тебе должен там сидеть, акула. Сколько их всего здесь? 6. Я даже не могу... Я даже не представляю, какие здесь зомби. Неужели обычные или какие-нибудь водолазники? Опа, ты видел? Опа-на! Да я боюсь, наверное, друзья мои, я его... Паразит, а? Нет! Утек, ребята, ну как же так? Он убежал от меня, гаденыш. Фига он себе, блин. Что он позволял вообще, а? Так, а это кто такой? Это опять этот же, да? Есть! Засранец мелкий, а. Посмотри, что он делает. Но я к этому был не готов, ребята, если честно. Поэтому он меня тут, грубо говоря, врасплох поймал. Так, кто здесь? Опять этот? Ну, тут я его хорошо подколол. А тот зомби убежал, да, у нас получается, который тут должен был быть. Блин, это же суперзомби, ребята. Есть. Не убежал, засранец мелкий. Блин, я там деньги не добрал. Ай, как нехорошо получилось. В кафе, конечно. Прямиком, друзья мои, в кафе. А что так быстро выжимает-то? 2 минуты. Неужели я тут 2 минуты пролазил? Освободить зомби.
Так, ну что, друзья мои, у нас пляж, и мы бежим. Бежим на пляж. Будем сейчас ловить. Блин, ну почему именно это-то? Такая стала главная ко мне. Улыбнулась, побежала в обратную сторону, но уже, как ты видел, было поздно. В плане? Я не понял, а почему, почему так получилось? То есть, почему она выскочила? Друзья, так нечестно, блин. Она выскочила раньше времени. Она не должна была так делать. Блин, я не могу сделать идеальную победу. Прикинь. Ну и что я тут поймал? Хотя есть, есть у нас что тут поставить. Совсем немножко остается, друзья. Совсем немножечко. И мы нашли еще зомби. Так, погнали. Это где у нас? Ага, вот. Давай. А сетка, друзья мои, тратится, оказывается. Ну, посмотрим, кто здесь у нас. Мне бы жиробаса бы, если честно говоря, поймать хотелось бы. Но жиробас нынче что-то не ловится. Видимо, не сезон. Не сезон ловить жиробаса, друзья мои. Зато шляпник попадается. Хотелось бы, ребята, идеально сделать, чтобы выполнить вызов. О! А вот и жирный. И синька. Синька чмо, мы это знаем. Все, ребят, наконец-то. Мастерских 4 захода я сделал. Превосходно. Сейчас мы с тобой жиробасика запустим, да, в переработку. А, у нас, ребята, вот. Новый 21 уровень. 2 плутония и улучшение. Значит так, продать 40 товаров. А, нет, ребят, продать 40 банановых вот этих вот. И улучшить зомбы вжималку. Это мы сделаем. Значит, вот этих нам нужно продать сколько? 80 вот этих коктейлей. Ага, 80, значит, и... И банановые вот эти вот. А у нас не хватает зомбарих. К сожалению. Так. Шляпника сюда поставим. А, здесь вот так сделаем на выжималку. Ну, в принципе, здесь, ребята... А, так тут одну надо было. Все, тут мы выполнили задание. Надо будет кого нам выдавливать? Вот этих синих. Нам надо будет выдавливать... Нет, ребят. Что-то я, блин... Одну это улучшение. Вот, 40 все-таки. Что-то я не туда смотрю постоянно. Уже сам начал путаться. Значит, в нашем случае нам нужно, ребят, ловить... Зомби... Со вкусом банана. Вот что тебе могу сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри. Так. Нифига себе. С магнитофоном выпрыгнул он. Ах ты, зараза мелкая. Поймал я ее. Поймал, далеко не убежала. Ну-ка глянем, кто тут. Не тут-то было, тетенька, не тут-то было. На каркалыгу мы ее взяли. Так. Дыневый зомби побежал. А, все, друзья, все, всех поймали. Дельная победа. Слушай, еще 4 нам нужно, и мы с тобой новый ранг получим. Ну что, я так понимаю, ребята, у нас есть... Давай, наверное, я... Умножу. Угу. Увеличили количество, не знаю, правда, насколько. Давай смотреть.
Сколько у меня их? 6. Прекрасно, ребята. Еще на одну заходку хватит нам, да? Так, этих давить ставим. А этих мало. Но зато мы с тобой сделаем порцию. Блин, надо нам, что получается, вот этих синих ловить. Синих зомби. И ближайшее время, это через 5 минут, что ли? Да, ребят, через 5 минут. А, мы же еще челлендж сделали. Точно, я и забыл его, ребята, получить награду. Давай, Рауль. Так. Ну, ё-моё, ну. Ну, вот это плохо. Испытание пройдено, да, я уже понял. Испытание пройдено и... Что-то вот хочется, что-то хочется. 32 уровень требуется. Так, 6 минут. 4 минуты. А мы что-нибудь в кафе можем, ребята, например, улучшить? 10 тысяч. Дороговато. 8 тысяч. Прибыль пойдет в гору, если мы с тобой улучшим их, да? А тут плюс 200. Я, наверное, улучшу вот эту, ребята, штуку. Блин, или лучше вот эту. Вот вопрос. Вопрос, вот дилемма, ребята, что лучше сделать? Наверное, все-таки я лучше вот эту вот прорапаю и заряжу сюда. Так, 3 секунды, последняя выжимка из этих зомбарей. А мы с тобой новую партию заряжаем. И, ребят, как раз у нас будет здесь 40 штук. Нужны синие зомби. Синие зомби, чтобы сделать нам вот эти коктейли. Сколько с партии получаем? 40. То есть нам надо будет 6. Ну, в данный момент 5, потому что один у нас есть пойманный. 5 синих зомби. И мы получим с тобой 22 уровень. А 22 уровень нам дает новую зомбовжималку. Слушай, я почему-то, ребята, думал, что мы босса можем ловить каждый раз. Вот что. Мы с тобой 5 значков набираем, и только после этого будет у нас охота на зомби. Тут охота на босса. Точно, вот оно как. А я думал, неужели постоянно вызывать? И вот эту бабку мы с тобой можем... Ну, вот, например, у нас нету зомби подходящих, да? Мы эту бабку с тобой вставляем, и она заменяет полностью определенное количество зомби, которых нам нужно выдавить одной бабкой. Нормально. Так, ну что, ребята, 2 минутки ждем и продолжаем нашу охоту. Довольные. Слушай, ну прибыль идет. Идет, ребята, прибыль потихонечку. Конечно, хотелось бы, чтобы она намного больше шла. Тут, кстати, сейчас закончится уже. Угу. Вот тут вот прикольно, ребята, давит. Не кисло. Ну, правда, если честно, 43 минуты за 720 монет. Ну, такое себе. А здесь вообще что-то за копейки. Так, ну поставить я сюда ничего не могу. Все, последний отжим идет на зомби. Так, ребят, ну что, мы выполнили. Нам, еще раз повторяю, нужна вот это вот. Нам нужны синие зомби. В пределах 5 штук. 5 штук зомбарей нам нужно поймать. Сейчас посмотрим, какая у нас тут машина. Вот, 56 секунд. Сейчас здесь откроется у нас. Тут 3 минуты. Потом, естественно, включится вот этот дрон. Понятно. 32, 46, 60, 82 уровень. Офигеть, я не представляю, ребята, что там на 82 уровне будут за зомби. Так, ну что, 29 секунд остается подождать. А этот через 1 час 46 минут, ребята, активируется.
принципе, не так долго, да? Можно пару раз в игру заходить, и будет тебе счастье. Ну давайте, ищите, ищите зомби лучше. Сканируют они тут территорию. Так, нашел, да? Молодец, красавчик. Погнали. Погнали, наши вороных. Так, все-таки летучая мышь, я уже хотел сказать, что нету летучих всяких и прочей погони, но она тут. Ой! Ой! Парень меня перехитрил, это посмотри. Блин, мне нужны синие, а тут желтые выпадают. Не солидно это получается, друзья. Так, амбальчик выпал. Блин, все не то, ребят. Все абсолютно не то. Мне нужны синие, выпадают желтые. Ну-ка. Такс. Что у нас тут получается? Сюда зарядим тогда, получается. Жиробас еще до сих пор давит там бедолагу. Босс. У нас открылся, по-моему, босс, ребят. О, да. Сейчас будем ловить бабку. Так, подожди, а почему... А! Один. Два. Да ладно. Три. В плане в свинью. Четыре. Есть, бабка поймана. Захотела убежать от меня. Ты посмотри на нее, а? Каргастеры. Да почему сюда? Я не хочу, например, сюда бабку. Я хочу... Куда... Что нам... А, вот. Сюда, да, ребята, мы за... Произвести. И у нас еще пойманы зомби. Пошли. Это, по-моему... Блин, это пляж, что ли? Ну, что ж поделаешь. Пускай будет пляж. Пойдем на пляже ловить. Блин, она еще и в броне. Ее так-то, блин, пробить тяжело, она еще и в броне, ребята. Круто. Я сам не ожидал. С какого припуга они начинают вылазить, ребята, даже когда у них нету... Тьфу-то, когда даже я не выкладываю мозги, они все равно, ребята, выпрыгивают. М? Ну, я думаю, ты заметил. Так, я дождался. Ну? Так, дыневый попался. Идеальная поимка. Друзья, нам нужно еще сколько? Две? Две находим и новый ранг. Ну, что там у нас по... Дойки, так сказать. Жиробаз закончился. Так. Блин, нам нужно еще три. Нам нужно не три, а два. Потому что тут заряжается, по-моему, три зомби синих. Слушай, смотри, прибавка идет не кисло. Уже шестич накопили. Прекрасно. А можно улучшить? 12. 12 тысяч стоит улучшение. 9 тысяч. 15 тысяч. 9. Блин, а что так дорого-то?
блин, ниже девятки нету, да, ничего, абсолютно. Нету, ребят, ниже девятки. Ну что, ждем 5 минут, ребят, и продолжим. Так, друзья мои, зомби найдены. 5 минут у нас прошло. И это где? И это там, где нужно. Поехали. Да, будем ловить. Нам нужны синие, еще раз повторяю, ребята, зомби. Посмотрим. Сразу одним выстрелом двух бомжей. Ну а здесь что? Вот, синий, синий, ты как раз мне нужен. Так, ну одного-то синего мало, нужно еще одного, ребят. Гаденыш, а? Появился за одним, блин. Так, а теперь, ребят, нам надо как-то сделать очень быстро и аккуратно. Есть! Он не убежал от меня, паршивец. Друзья, ну еще одну эмблемочку. Еще одну. И мы будем просто красавчиками. Так, сколько нам ждать? О, минута 28, в принципе, тут недолго. Замечательно. Друзья мои, ну что? По ходу дела мы сегодня апнемся на 22 уровень. Да. Что-то именно об этом нам говорит. Давай здесь зарядим тогда. И у нас, кстати, 9000 уже. Слушай, я, наверное, не буду пока делать, тратить деньги, потому что фиг его знает, что там нужно будет на следующем улучшении, согласись. А 55 секунд уж как-нибудь переждем. Шляпник. Шляпник, я не знаю, куда, ребята, кинуть. Некуда его бросить. Видишь, раньше можно было заполнять здесь. Вот один есть, ты его заполняешь. Теперь нифига, теперь нужно, чтобы их было ровно столько, сколько их есть. То есть нам показано, что их двое. Только после этого они будут вставлены в выжималку и будут, как говорится, производить сок. Так, ребята, а нам надо будет эту штуку же еще купить. Она же, по-моему, еще стоит денег. Слушай, это, по-моему, у нас... Где вообще поиск идет? По-моему, на болоте. Да, да, это на болоте. Да нам какая разница, ну, пускай даже на болоте будет. Нам главное ловить зомбарей. А где-нибудь хоть на луне? В плане. Что-то не понял, зачем я... Я не собирался, ребят, я не собирался на самом деле так делать. Поймал. Да-да-да-да-да, конечно. Бегает он, конечно, очень быстро, друзья мои, дыневый-то этот зомби. Давай тут попробуем поймать. Блин. Убежала, да? Тварина, а? Она здесь просто-напросто в конце уже, ребята, прикрылась своим этим доской для серфинга. Вот, и я ее не успел поймать. Черт подери. Убежала от меня. О, друзья мои, повышаемся. Ананас. Да? Ананасовый зомби, что ли, появляется? А ну-ка. Сколько стоит? 6, как раз. Прекрасно освежает. И этот тончайший привкус динамита превосходно утоляет жажду. Кто же ты такой? Так. Охота. Давай-ка глянем. Она располагается на пляжу. Так, в на вкус, как наполовину использованный освежитель воздуха с ананасом. Друзья мои, мне не нравится, что он с динамитиком там. Он что, хочет
Он хочет меня динамитом, что ли? Шугануть или что? Так, я пока не знаю, кого нам тут ожидать. Почему я так и думал, что вот эта козлина вылезет, а? Да взлетай ты, господи, ну... Есть! Не убежала. Не убежала, ребята, от меня она. Не позволите убежать. Смотри-ка, это даже не успел, ребята, пикнуть, как мы его поймали. С динамитом в руках. Ее лучше, наверное, ребята, либо на капкан ловить, либо сеткой. И мы с тобой получаем новое, ребята, звание. Мы были учеником сталкера, а теперь мы становимся ассистентом капканщика. Представляешь? Ассистент капканщика. Достойное звание, как по мне. Сколько нам нужно таких чудиков? 3. А у меня только один, да? 30 коктейлей, блин. Много нам надо таких выжимать, получается. Много. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Да, да, друзья мои. Ну что, давайте тогда мы на сегодня, пожалуй, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!